Игра с одной из сильнейшей команды ФК Одинцова изначально не сулила конаковским футболистам ничего хорошего. Несмотря на опыт игроков и сильную зрительскую поддержку, первый тайм для команды Конакова АВ оказался неудачным. Без единой замены ФК Одинцова ввел со счетом 2-1. Кубковая игра – это всегда эмоции, предел желаний у каждого, поэтому будет борьба. Нам немножко тяжело, у нас полсостава травмированы, приехали более ослаблены. Ну, ребята будут стараться, борьбу навяжем. По словам главного судьи соревнований Игоря Абрамова, по результатам второго тайма сборная Конакова АВ в самом начале встряхнулась и забили в первые же минуты заветный гол, тем самым сравняв счет. Однако на последней минуте матча команда ФК Одинцова вновь забила гол и тем самым, не оставляя возможности отыграться соперникам, стала победителем этой игры.